Третий том. Третий? Колоссиан, да. Я так думаю. Что тут? Шерсть какая-то. Кошачья. Колоссиан? Колоссиан. Угу. 3:4:11. Угу. Мест еще много свободных. Заходим. Заходим. Из детской. Заходим все тоже. Слово Божие слушать будем. Нормально. Тут мышей не ловят. Да? Сам ловлю. Здорово. Мыши продолжим питаться духовно. Заходим быстрее. Заходим. Ну с каких еще мышей? Ой. Когда она сюда вообще проходила? Двигайтесь сюда, дальше, дальше. Антонина, дальше проходи. Ближе к брату. Вовочка, меня пропусти. Да, пожалуйста. Царю небесный, утешителю души истины, и живите сы, и вся исполняешь сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися в них, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Боже, милостив будь к нам грешным. Господи, прибудь с нами и благослови нас. Господи, на Тебя уповаем, Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Начинаем. Пока батюшка придет, мы почитаем. Вот лавки две штуки. Придет, дадим ему слово, потом продолжим. Лавки две штуки. Лавки две штуки, я тебе сказал. Сегодняшнее чтение. Послание к Колоссянам святого апостола Павла. Глава 3, стихи с 4 по 11. Две штуки пустые. Стих 4. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Идите вот туда, скамейки пустые, это не ваша скамейка. Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Ну ходите сюда. Не надо ничего, все, хватит, тут уже все дым. Ну там пустое место. Ой, не надо, к тебе ближе двигается. Там скамейка совершенно пустая, там трое сидят. Еще раз, стих 4. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Во второе пришествие явится всем Христос, как Бог, грядущий во славе, с ангелами. Ныне Он настолько сокровен, что даже имя Его осуждают. Тогда явитесь и вы, и не просто, но во славе. Посему того дня ищите, а не этого. Стремитесь к той жизни, ибо тогда наступит для вас истинная жизнь. Нынешняя же жизнь есть смерть, так как и состоит из тления, из течения вперед и обратно. Поэтому не ищите здесь почести и славы, ибо там ваша слава. Жемчужина сокрыта пока она в раковине, а когда разобьют раковину, блестит на славу. Так и мы, пока находимся в этом тленном теле, должны жить сокровенно, чуждаясь славы. Когда же сие тленное будет разрушено, тогда наступит и наша слава, если мы окажемся достойными ее по своим делам. Стих 5. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Толкование. Не сказал отбросьте, но умертвите, так, чтобы они уже не воскресли. Земными членами, вероятно, называют телесные наши члены. Если они не содействуют приобретению небесного, то земные. А если совершается через них небесное, то они уже неземные, подобно тому, как и мы являемся как бы неземными, если не видим и не слышим ничего дурного.
может быть подземными членами, разумеется, совершаемые телесными нашими членами грехи, которые остаются на земле и тут же погибают. Тогда как члены тела, хотя и от земли, однако не останутся навсегда на земле и не истлеют, но по воскресении получат нетление. Но почему, сказав выше, вы погребены со Христом и совлекли с тела греховного плоти, теперь опять говорит, умертвите? Потому что первое умерщвление было даром крещения, отъявшим сущий в нас первородный грех. А теперь предлагаемое умерщвление есть дело и произволение нашего, состоящее в том, чтобы заглаждать грехи, бывающие после крещения, более же в том, чтобы даже не позволять им оживать в нас, подсекая зарождение их посредством умерщвления плотского мудрования. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь, обновив загрязненную медную статую и придав ей снова блеск, просил владельца этой статуи тщательнее очищать ее от ржавчины. Не от той, которую он уже очистил, но от той, которая покажется после. Блуд. Вот он объясняет, какие это члены. И прежде всего упоминает блуд, потому что эта страсть имеет самую большую силу. Оставляет в отдельности говорить о том, о чем неприлично сказать. И словами нечистота и страсть дает видеть все виды постыдных смешений. Ибо действительно, страсть есть неистовство тела, подобно горячке или ране, или другой болезни. Злую похоть. Вот опять он сказал вообще обо всем, ибо все похоть злая. Но есть желание хорошее, которое выражает стремление к Богу и делам божественным, по которому и Даниил был мужем желаний. Даниила 5.32. Первенец злой похоти есть любостяжание. Его назвал идолопоклонством, поскольку оно есть служение серебру и золоту. Идолы язычников – серебро и золото. Псалом 113.12. Стих 6. За который гнев Божий грядет на сынов противления. Толкование. Гнев будущий и в настоящем веке часто наказывает таких. Сынами противления называет их, лишая всякого снисхождения и показывая, что они пребывают в страстях не по неведению, но по упорству, которому так предавались, что будто усыновили себя ему, от него прияв отличительные и характеристические себе черты. Стих 7. Которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Толкование. Это слово не без похвалы, потому что ныне они уже не живут в похотях, но было время, когда жили, ибо были язычниками. Стих 8. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Толкование. Как же это? Только что сказал, некогда обращались, показав тем, что уже не живут так. И вдруг опять говорит, отложите все. Как им отложить то, чего уже не имеют? На это можно ответить, что сказанное, некогда обращались, служит к разумению того, что теперь говорится. Ибо этим внушается, что некогда, то есть прежде крещения, властвовал в нас грех, обладал всею вашей жизнью и тиранствовал над вами, и свобода от страстей для вас была невозможна. Ныне же, когда через крещение грех в вас умерщвлен, для вас стало удобным отлагать страсти, как одежду. И нельзя вам выставлять в предлог, что живете под властью греха и страстей, ибо вы умерли для них. Злобой называют злопамятство, которое некоторые называли огорчением, когда кто держит в себе злобу на другого, как бы отомстить. Злоречие. Это о брончивых речах, говорит апостол. Выразительно сказал уст ваших, ибо уста ваши освящены приобщением тела Господня. Поэтому крайне неуместно вам осквернять злоречием и сквернословием уста,
приемлющие Христа Господа. Стих 9. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Толкование. Вы облеклись во Христа, сказавшего: «Я есть истина» Иоанна 14:6. Как же теперь облачать вам себя другой формой одежды, формой лжи? Тогда явно будет, что вы скидываете ту форму, как бы форменную одежду, которая характеризует вас чертой истины. Почему он, назвав члены тела и человека растленной жизнью, опять тоже называет добродетельным? Чтобы показать, что свобода в человеке важнее сущности, что мы называемся скорее по ней, а не по сущности. Ибо Писание называет лошадьми, собаками и лисицами тех, которые по своей воле уподобились этого рода животным. И в гиенну или в Царствие Божие вводит нас свобода, а не сущность. Итак, ветхим человеком называют развращенное произволение. Посему и добавил: с делами, разумея свободу и ее дела. Назвал ветхим, желая показать его гнусность, безобразие и слабость. Смотри, как он составил члены ветхого человека. Мысль его состоит из лжи, сердце из ярости, уста из лжи и злословия, глаза и прикрытые члены из блуда, печень из худого пожелания, руки из любостяжания. 10 стих. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Толкование. Новый человек есть произволение по Богу, не стареет, но все больше и больше расцветает и разрастается познанием Бога и вещей божественных, всегда и всегда являясь юнеющим, и однако тем более крепнущим, чем полнейшее стяжает ведение и чем больше восподобляется. По образу создавшего его, то есть Христа. Христос не приходил в старость, но всегда был так прекрасен, что и сказать нельзя. Прекраснее сынов человеческих. Псалом 44:3. Ибо не сотворил греха, который старит и растлевает. И мы, созданные им по образу его, должны отсекать от себя всякое греховное растление и старение. Создание, разумеет апостол, и то, которое бывает в крещении, и то, которое бывает от прекрасного образа жизни. Стих 11. Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Толкование. То есть прозелита и иудеи знатного рода. Вот и еще похвальное отличие нового во Христе человека, что в нем не берется во внимание ничто внешнее, ни род, ни достоинство, ни предки, но что Христос есть черта отличия его, характер его. Во всех, по духу истинно добродетельной жизни образовавшихся, все есть Христос, то есть и род, и достоинство. Или иначе можно сказать, все вы один Христос, будучи телом его. Богу нашему слава. На веки аминь. Следующий мой пример будет на богоявление, на крещение. Утром. Вот, вечером я потеряюсь, я буду отсюда, а с чего до утра. Это какой-то день, четверг, наверное, попадает. Да. Четверг, наверное, четверг. Утром, значит, будет с 9 часов только, потому что поезд приходит 8:30. 9 часов начало службы будет на богоявление. Ну а здесь уже сами вы помолитесь. Вот. Потому что каждую неделю ездить это очень трудно. И физически просто. И... Так, что еще? Ко мне какие вопросы есть? Батюшка, вслух расскажи про Мордовию. Это коротко так, чтобы слышали люди. А. Значит, я по радио «Россия»
У меня радио есть, я на одной волне. Радио «Россия». Главное, радио «Россия» называется. Угу. Вот, передают, ну, вот, несколько дней, дня три назад. В Мордовии, Кадушкинский район. Кадушкинский район. Такой. Фермер Игорь, что ж я забыл, как его фамилия. Вот. Фермер такой. Там было, значит, три села. И в районный центр, чтобы ехать, у них дорога проходила через лес, шла дорога. Ну а когда это стало, как это все хозяйства-то нарушили, колхозы, совхозы, никто дорогу-то не стали делать. А там дальше объезжать есть дорога объездная. Там на километров 5 она дальше, наверное. Вот. Ну а людям даже зимой пройти там, это здесь всего 3 километра, а там будет, значит, 8 километров, наверное, так примерно, значит. Они просили власти, чтобы как-то дорогу, ну, прочистить, чтобы она была. Она стала зарастать лесом, по лесу проходила. Ну, нападала. Ну, никак не откликнулись сколько. И они попросили фермера. Рогожин. Рогожин. Вот. Игорь Рогожин. И он откликнулся на это. Сделал дорогу, прочистил дорогу, пока прямая дорога хорошая. Зимой ездит, значит, он зимой прочищает. Это, но она заросла, и на ней он там вырубал какие-то кустарники, деревья были, убрал, чтобы на дороге-то. Ну и что? Возбудили уголовное дело, лесной фонд России, как у нас, 18 берег мы спилили, 10-15 сантиметров в диаметре, подорвали лесной фонд России. Так это гласит, что это мы. Но когда сделали мы, значит, экспертизу другие там пришел, то оказалось, что это к лесному фонду не относится, а это земля муниципалитета. Тогда сразу, то был ущерб 57 тысяч за этих 18 березок. Как они посчитали, ну там особые, говорят, они посчитали, допустим, сколько цена этого, потом в два увеличится, еще в два раза, еще в два раза, еще в четыре раза увеличивается. Там каким-то так, чтобы пошло. Да, походу. Ну и вот его подняли. Полтора года шло это следствие, все, он говорит, измотали уже, говорит, не могу, говорит, уже все. Ну и что, подводит, вот, суд идет, наконец все до суда дошло, значит. Там я сейчас не могу сказать, сколько он там березок, сколько было там липы нападали, там это было, значит, еще какие-то там сорт деревьев, там мне говорят, там что ли, сосна или что там было. Вот. Прокурор просит 4 года лагерей общего режима. И штраф там что-то 1 200 000, что ли, штраф. Когда он строил дорогу, он за 1 800 000 затратил на дорогу. Что сделал эту дорогу, там что технику у него, там щебни просыпал, видать. Вот. Почти 2 миллиона затратил. Но он ни с кого ничего не брал, жителей. Все это сделал сам. Жители все благодарны ему. Идет суд, значит, ну, наконец, выносит приговор. Приговор такой. Он должен штрафу заплатить. Вот тоже сейчас там посмотрите. Ну, что-то тоже больше 1 000 000. Штраф только. Вот. И 3,5 года условно. Но это судимость. Все равно это судимость уже. Условно. Вот. Ну что, подняли сейчас на апелляцию. Люди, 500 подписей, жители собрались, 500 человек. Просят, что ж вы делаете? Он нам доброе дело сделал, а вы человека это губите. Там стали и другие-то механизаторы. Да то на них, если вы будете в честь его, то мы вас там это зажмем. Вот такое, значит. А дорога она прямая, значит, конечно, механизаторы, комбайны, там машины лучше по прямой, чем по объезду-то ездить. И они все стали по этой дороге ездить. Так что у нас еще было это так. Мы отделались только. Пыль. Да никакой, даже не испугом, а так это. Пылишка небольшая. Немножко, да. Это ужасно. И все. Да, мы пошли на мировое соглашение. Сделали. Но нас только 25 тысяч взяли, как ущерб нанесли мы, 25 тысяч. Вот 25 тысяч на 18 березок это разделить. Поскольку одна березка? Посчитайте, сколько это будет. Ну вот так вот. Было такое. Это... 33 дерева вам спили. 33! Деревья. Ну, деревья, конечно, не такие там, они, ну, как наши, может быть, там, поросль, это все это. Поросло там дорога. Пока дорога, какая дорога, там люди идут пешком, теперь едут там, все, и вот ему это
это такое. Ну, он такой показывает, так, крепкий он мужик, говорит, ну, я, говорит, никогда не мог представить, что это так. То есть, говорит, не делай добра, и тебе не будет зла. Да, такая поговорка. В народе, да, так и говорят часто. Не делай добра, и не будет зла. А сделай добро, будет зло. Вот так. И это на все. Так там средства массовой информации, говорят, уже и там и по телевидению, там и показывают, там сейчас и все. Помогут ему. Там много этих. Это, да, вмешались. Мы там не афишировались. Нам быстрее нужно было закончить, быстрее. Потому что это, ездить далеко, 70 километров, пока мы 7 раз съездили туда. 140 на 7 умножить, это 1000 километров. Почти намотали. Но на одном бензине только сколько потратить. А время? Время дорого. Надо ехать. Игорю там это. Ладно, я там еще это на свободу. Но кто-то везет, сам я не еду на машине, кто-то везет. Человек тоже там. То Лена, с Леной больше там ездим, время тратить. Она говорит, школы там. Я говорю, да оставь школу, школа это никуда не денется от тебя школа. Нам быстрее машину надо бы выручить. Уборка начинается, а машину отобрали, и она стоит на стоянке, не дают машину. Машина это, как сказать, ну, предмет преступления. На ней вывозили это. Я ей говорю, Игорь, простота хуже воровства. Ну ты мог показать, другой ЗИЛ стоит, который только по деревне ходит, он дальше нам нельзя ехать. Ты показал на это? Ну, я по-честному, раз на этом увозили, я уже так, чтобы... Ну вот, мы хоть машину вывезли, там уже давай умолять уже, я их говорю, ну дайте хоть на прокат, возьмите с нас какую-то плату за нее, что на прокат дайте нам, на уборку хотя бы, потом после уборки пригоним к вам это, и обратно. Да нет, так нельзя. Ну вот. Даже которые компьютеры у Володи Игнатия Игнатьевича брали, безо всяких, вернули и все, ничего это, еще до суда вернули. А мою пилу и барабаша пилу, моя пила-то, она инвалид была, я дал ремонтировать ей, говорит, а нет, все, конфисковали. И только после суда, через 10 дней, сразу-то суд вынес, что вернуть. Нет, только через 10 дней можно, то есть закон, что в 10 дней, может, одна сторона будет обжаловать. Пила заговорит. Да, только потом я уехал, так только мы через полтора месяца приехали раз. Нет того, у кого они хранятся, то и нет, у кого ключ от этой комнаты, где хранятся. Да потому что звонили со следователем, да там это уже, ну, выручили пилы, все там. Это. А этот человек, представьте, даже это, да это только случаи, которые дошли до огласки. Вот. А сколько таких, которых потихоньку там это зажали и все. Так у него там клены, тоже посчитали клены, которые это растут. Вот так вот. Ну вот так это, такое дело, значит. Дальше. Напомню, я скажу вам еще такое. Господь говорит, я был странником, вы не приняли меня. Был болен, не посетили. Был в темнице, не посетили. Наг был, не одели. Жаждал, не напоили. Алкал, не накормили. Ну, вы думаете, Христос к нам придет там сияющий в ризах каких? Да нет. Он явится, может, в любом лице. И вот притчи, есть такие притчи, показывает там она, вот, где-то, значит. Нищий приходил. У нас, не часто бывают у нас странники, но бывает, приходят, это люди откуда-то приехали, там вот, далеко домой ехать, там на электричке и все. Старайтесь принять. Мы православно, но как, я рассказывал в этом случае, но расскажу еще, напомню, как это было. Мы были в поездке. Паломническая, так называемая. Игнат Тихонович, я, брат Павел, матушка моя, Валя Барышникова и Галя Гладких были, ездили. Остановились мы в Киеве, были, там мы в монастырь женский сходили, собор Владимира, князя Владимира собор были. Помолились вечером, уже расходятся, мы спрашиваем, а кто-нибудь может принять на ночлег? У нас негде вот это ночевать, нам только бы, у нас все с собой были, байковое одеяло там и посуда, все, нам только... Крыша, чтобы над головой была. Нет, никого нету. Ну, тогда что, говорю, давайте попробуем. А у них есть же здесь баптисты? Есть. Давайте. Справочное бюро нашли, где их этот, по адресу-то они сказали. Такой-то улица, там на метро ехать. Мы быстро туда приехали, а они уже, закончилось у них это собрание, это они выходят. Нас увидели. Вы откуда приехали? Да мы из Сибири. Сибири, ночуете где? Нет. О, ко мне пойдемте. Другой, нет, ко мне. Третий подходит, ко мне, еще там, нет, давайте, нет, нам разделяться нельзя, нам утром на поезд, но только вместе.
брат этот, который был. Я первый пригласил, ко мне они идут, все, отступитесь, братья. Понимаете, как было? Баптисты. Мы говорим, вот они там сектанты такие. А вот у них так, так вот заведено все. И он привозит нас домой, накормили нас, положили там спать, где мы думали, что у них и ребятишек нет. А оказывается, у него там 7 или 8 ребятишек еще семья была. И утром у нас опять там попоил все чаем и проводил нас этот человек. Это я просто вам из своей жизни привожу пример. Не мне кто-то рассказал. А это есть еще живые свидетели. Даже здесь вот свидетель. Вот где она, Валя, он свидетельница была. Представьте, и матушка моя свидетель. Все были. Вот так вот люди относятся к этому. Я однажды, мы были, отец Иоанн, на строй Сергия Лавры, на богослужение. День Сергия Радонежского. Там народу упало, ну, служба закончилась. А мы там заранее нам в гостиницу, там есть недорогие гостиницы. Но нет, выходит, я... Я говорю, подожди, отец Иоанн, сейчас я на паперте стою. Братья, сестры, кто может принять странников на ночлег? Проходят люди, смотрят, как на... один подходит. А вас сколько человек? У нас четверо, говорю. Нам ничего не надо, мы только у нас с собой покушать есть все, и только нам пойдемте ко мне. Привел домой, семья, у него сынок больной был, Стефан, больной еще. Все, человек принял, и это. Да. Понимаете как? Это редко в православии такое. Вы попробуйте кто-нибудь, испытайте. Будет Покровском дворе, где кто может принять? Да никто. Это исключительно может кто-то как-то это, где-то. Вот так вот. Поэтому у нас со свои приезжают члены общины и это. Ну, за ночь он не пролежит у вас ничего, не объест за один вечер-то. Да он может к причастию готовиться, он и ужинать может, даже и не ужинать. Какая-то история, что ли? А? Как члены нашей общины могут приехать в Барнаул и им негде переночевать? Очень просто. Как их там? Я это напоминаю, что было где переночевать, где нет. А нас приезжает все. Ну а кто, никто, вы не сказали, братья? А что мне говорить? Вы сами знаете, кто приезжает. Не надо. Он с Завьялова у нас, он с Тальменки. Еще вот откуда у вас приезжаете? Вы где живете? С пристани. Пристани, у с пристани. Что, близко? Это люди. Если отказываются, то у нас ездит. А Господь ценит намерение даже. Ты я подходил, спрашивал Елену. Она говорит, у нас здесь родственники. Все, все. Ты уже Ольга, она у Татьяны Кузьминичны. Но да? Не надо разбирать, кто. Я привожу пример. Я просто все знаю. Игорь. Я черт сказать. Не вставай. Не восставай. Принять к сведению и молча. Я говорю это. К сведению. Бывает, что чужой человек. Но у нас потеряли. Когда был человек, приехал, чужой заблудился. И что? Поводили, приводят к батюшке. Батюшка, вот человек какой-то. Примите. Ну что? Примите. Приводим к батюшке. Ну что, я давай там разговаривать. А он приехал из Подмосковья. Человек. Ночевал при 35-градусном морозе в нашей будке на этой. Ночевал. Вечером приехал, не знает, куда идти. Он до утра в этой будке. Как ты не замерз, говорю, Артем? А я в пальце мешке, говорит, и я дышал, говорит, так. Всю ночь, говорит, я так дышал, чтобы не замерз. Представь. Жизнь дураков учит, называется. Ну вот, дураков его. Мать нет, здесь умная. Да. Потом погиб уже, понятно. Не научила жизнь. Погиб, да. Бывает-то так. Люди приезжают. Приезжают и разные приезжают даже. Бывает. Приехал такой, мне, говорит, ничего не нужно. Говорит, мне только крыша над головой из жратва, чтобы была. У нас тут говорит, а тебе еще больше ничего не надо. Баньку и мягкое под бок тебе подложить. Спать уже. Ничего больше не надо. Как бабе-яге. И такие приезжали. Все, ну ладно, это так уже я отвлек вас. Просто напоминаю, будьте гостеприимны. Спасибо, Христос. Вот. Приняли, все. А ты говоришь, я пригласил. Пригласила Господь твое, принял твое намерение. Господь даже намерение. Но оно не исполнилось свое. Считай, что ты... Батюшка, кто-то будет ехать через вас, обязательно сначала мне позвоните или вот Марине. Ладно. Позвоните. Ага. Хорошо. У меня машина, я встречу. Благодарю. Ну ладно, все, благословляю. Я поехал к Любовь Петровну. Да ладно, все, посетите. И все. Поклонники. Чашка не ваша? Наша. Наша. Это... Сейчас это вам крошечка. Дальше аккуратненько спокойно. Куда? Наша. Ну все тогда. Благословляйте. Ангел хранит. С Богом, батюшка. Васян, не уехал. Командировки. Он предупредил.
Радостно видеть, братья и сестры, что вас только сегодня много. И вчера было, кстати, много. Тоже много. Да, человек 50. Батюшка попросил посчитать, то 50. Давайте исповедаться каждую неделю. Да. Так, и исповедников сегодня было много. Всех исповедников с участием, со святыми тайнами поздравляем. Дай Бог, чтобы вы сохранили это, принятое сегодня. Все сегодня на занятия, кто, да, кто исповедуется, все на занятия. Остаемся. У кого-то уже и нету, все, уже упылили вот. Снежной пыльцой. И сегодня более активно, сегодня зашли даже в трапезную. Не так много, правда, там тоже все-таки было свое собрание, как в коридоре. Брат, извините, а почему там дверь закрыта? Детей у нас нету, Евсевий уехал. Чего дверь закрыта? Пускай слушают. Оп, так, открылась. О болящих, ну, всех батюшка попомянул. Татьяна Кузьминична написала всех. Скажу, что всех, кто молился о сыне Никите, он выздоровел. Спаси Христос за ваши святые молитвы. Еще сегодня, нет, вчера даже, вчера была информация в молитвенной поддержке о том, что умер отец Алексея Семеновича. Семен Михайлович? Михайлович. Михайлович. Сиськов. Сиськов, да. Семен Михайлович. Так что молитесь. Ну, я вот молюсь о епископе Евтихии, о рабе Нине, которая ходила к нам на занятия от старообрядцев, она. И вот сегодня уже Симеон. На троих сразу молимся. Михаил еще. Михаил? Да. Какой Михаил? Священник Михаил. Батюшка его знает. Старообрядец. Михаил. Михаил, он не может быть. Так, вот, ну, батюшка тут молился тоже. Протоиерей, что ли? Да, Василий да. Еще. Так, вот, ну вот, какие просьбы, какие наши нужды, да? Я бытовой. Кто не знает, сообщаю. Кто не знает, сообщаю. Со следующего года сбор на оплату коммунальных услуг осуществляю я. Хорошо. Поэтому ко мне подходите. Так как у нас давно не поднималась оплата, ну, учитывая, что цены менялись, инфляцию. Да, и нас становится меньше, война. Поэтому и со следующего года оплата за месяц будет 70 рублей с человека. Так, какие нововведения? Ну, во-первых, сразу говорю, что оплату мы, то, что вот кто в этом году там что-то было, мы это все отсекаем, мы начинаем с нового года по новой. То есть, кто знает, что кто-то там не заплатил, все, мы это все прощаем, начинается все с 1 января. Освобождаются от оплаты те, кто не посещает храм по болезни, по старости, продолжительное время кто не ходит сюда в храм, кому батюшка посещает на дому. И студенты. Студенты вузов, СУЗов. Ну и, естественно, это не касается несовершеннолетних. То есть с 18 лет, если человек остается в общине, тогда он начинает платить такой взнос. Еще такое нововведение. Можно будет платить не только наличкой, но и переводом на карту. Я вот сюда размещу свой номер телефона. И, пожалуйста, вы только, пожалуйста, предупреждайте. И можете... И пометка была, что вы... За что, от кого? Ну, достаточно просто предупредить, и я пойму, по сумме пойму. И главное, чтобы я знала, от кого. Вот. Ну, это для того, чтобы вам было удобнее. И еще такое нововведение. Возможно, ну, у кого-то там будет какая-то сложная жизненная ситуация, и кто-то, у кого более такая ситуация хорошая материально, будет готов заплатить за кого-то из братьев и сестер. Угу. То есть это тоже принимается, это может быть и разово, это может кто-то, например, болел, да, продолжительное время, за него кто-то хочет заплатить, пожалуйста. Или там на постоянной какой-то основе. Ну, это и вы тоже подходите, говорите, мы можем этого человека предупредить, может это быть анонимный такой взнос. Вот. Ну, как вам будет удобно. Ну,
Если будут какие-то вопросы, подходите, спрашивайте. Да. А у меня сразу же вопрос такой. Да? Сатана ходит как рыкающий лев. Может, у Севастьяна узнать, может, это надо на общем собрании, или как это получится, как за 18 березок? В смысле? Понятно, потому что это деньги, Марин. Да. Понимаешь? И? Вот и конкретно любой скажет, совершают поборы, неизвестно на что. Вы понимаете, в чем дело? Вот у Севастьяна надо проконсультировать. Я не против. Я готов по 100 рублей сказать, что 70 рублей это сейчас не деньги уже, две буханки хлеба. Что это такое? Тут деньги, ты понимаешь? А это человеческое. Человеческая. А у нас тут сидят на плечах, у кого на голове. Я вот чему говорю. А что сейчас этот вопрос у тебя встал? А потому что назначили уже. Нет, подожди, потому что, брат, назначили уже, что вот с 1 декабря 70 рублей вынь да положь. Вы имеете в виду, что поднялась сумма? Мало ли что поднялось, ты нет. Понимаешь, что, Марин? Нет, чтобы нет, не было скандала. Нет, нет, я просто уточняю. А что, раньше не вас, было скандала? Вы всегда платили 50 рублей? Нет, в чем вопрос? Сейчас я скажу. В чем вопрос? Ага. В том, что мы вообще собираем взнос на оплату коммунальных услуг, или в том, что мы берем именно 70 рублей? Нет. Сформулируйте, пожалуйста. Это без разницы. Нет, на коммунальные услуги, за уборку снега или за электричество, мы платим за то, что мы сюда ходим. Вот мы ходим иногда с женой, к примеру, там в Покровский собор или Дмитрия Ростовского. И мы там, потому что мы ходим, следим, топчем, грязь, люди убирают, но я не могу убрать. Ну, я им пожертвования оставляю. Это уже их дело, как они распорядятся. Понимаешь, в чем дело? Поэтому здесь отвечает на вопрос брат. Это было сколько лет там, когда утверждали, было 25 рублей, а потом я лично на собрании сказал, 25 рублей это не деньги. Было собрание общее. И решили на собрании 50 рублей. В протокол, может, не вносили. Просто узнать у Севастьяна, это не выплывет ли нигде налогами или чем-то. Вы понимаете, в чем дело? Потому что это все, вот этот вот, не брат, а вот эта машинка. Она все раз-раз записывает, а потом это все выставят и скажут, так там поборами занимаются. Это секта. Квартиры оставляют. Сатана накрутит, мама дорогая. Хорошо, я вот сейчас, как секретарь общины, официально объявляю общее собрание, на котором мы рассмотрим этот вопрос и будет общее голосование. А сейчас нельзя, согласны? Пока народу много проголосовать. Нет, мы обязаны, объявить об общем собрании. Вот сейчас я объявляю. Я думаю, что это будет более разумно, чтобы не было пыли. Давайте определимся тогда с датой собрания. Ну, вот, может быть, давайте Игнат Тихоновича спросим. Он хозяин, мы все-таки. Это он должен платить за все это. Может быть, он что-то нам скажет. А мы собираем, чтобы он не платил, да и все. Потому что мы же с совестью, наверное, нет. Ну хорошо, все, сатана. Давайте. Я объявляю собрание. Получается, через две недели у нас будет общее тогда? Собрание. Это в 19-м числе. Там будет две недели, никого не четверг или что. Это не будет когда? Ближайшее воскресенье, когда батюшка будет что-то. Мы с батюшкой это обсудим, и он свою точку зрения выскажет. Там уже платить. Тут врага повылазит. И, пожалуйста, у кого какие вопросы, предложения по этой теме, вот у меня вот такое, пожалуйста, адрес к этому общему собранию. Я чуть-чуть сначала пропустила, не слышала, сейчас, что было. Я уточню перед вами. Может быть, церковный совет. Батюшка спрашивает, кто знает адрес Любовь Петровны? Встречала. Ее нету. Ну, ей надо звонить у тебя в гостинице. Или Таня, в гостинице. Какой, не знаю. Батюшка, сейчас узнаю, где звоним вам. Квартира 113. Квартира 113. Одной большой. За гостиницей. Квартира 113. Во дворе. Не говорите адрес. Адреса не говорите. Не говорите. Пожалуйста. Дом большой такой. По оплате ситуация такая, что денег 0,0. Вы все знаете, что вы этот год практически никто не платили. И ни у одного не возникло возмущения, а кто платит. Я не буду говорить, человек просто взял, это не староста, не батюшка, никто взял на себя и платил этот год всю коммуналку. Никто не возмущался. Два года. Потому что вы видели, Людмила Степановна сборов не делала. А когда она передала дела, она передала 0 рублей, 0 копеек. Нету денег. Были они, не были, мы ничего не поняли.
И коммуналку оплачивал человек, может быть, даже стоит этому человеку вернуть. Он не оплачивает интернет, Игнатьевич сам оплачивает. Телефон он сам оплачивает. Речь идет только об вот этих лампочках, да. Электричестве. Насос. Ну, что чайник? Я говорю свет. Ну, это электричество называется. Все в сумме. Вода, электричество, да. Да. И то, что мусор, здесь воду оплачиваем, колонка, она тоже платится. Там немного. Но тех денег, которые собирать, вот по 50 рублей посчитали, а собирать всего, если вычесть этого, этот не работает, этот на дому, оказалось меньше 40 человек. И посчитайте, даже еще меньше, потому что если, ну, исключаем студентов там и так далее. И что у нас получается? Мы даже 2000 в месяц... Батюшка, шкала 57. Ну, там можно... Меньше 2000. Этого не хватает на то, чтобы все оплачивать. Поэтому вынуждены были вот на эти 20 рублей повысить и начать с января уже самим платить, а чтобы этот человек, который добровольно это взял на себя, не тратился со своей пенсии. А по-хорошему бы собрать по 100 рублей и компенсировать этому человеку. Вот. Но она это делает как милостыню, поэтому ну, это ее просто личное желание. Поэтому, да, эти 3 копейки, я думаю, что никакая налоговая к нам не прицепится. Ну, если нужно это по протоколу, пожалуйста. Понятия не имею, может быть, и не нужно этого. Если нигде, не нужно, не нигде нужно. Этого нету ну, ничего. Спросите, просто сохранять чеки, что это за... Это другой разговор. Чеки. Чеки сохраняют. Чеки хранить, и все, больше ничего. А то, что там кто-то что-то увидит. У нас дети тут ходят, и мы что, значит, это... Киднеппинг тут устраиваем, что ли? Детей своровали? У нас даже чужие были. Вот это да, был разговор. Слава богу, нету чужих сейчас. Ну и своих увидят детей, могут много чего наговорить. Да мы тут вообще всех свет выключите, свальный грех пошел. Наговорили? Нет уже, много. Ну а что? И что попало, поднимать какие-то вопросы вообще непонятные? Зачем они нужны? Зачем нужен этот вопрос? Я не понял. Ты что, заняться нечем? Ты бы лучше на занятии оставался. Это мое дело. Да и попел с нами с Это мое дело. Христу. Не лезь в чужие Христу, штаны. Христу, помолились бы Христу. Не лезь в чужие штаны, понял? Я не лезу в твои штаны. Это у тебя, вот, я вижу, ты любитель. 113? Зачем тебе там надо? 113, да. Камера тебя не устраивает. Не устраивает и не устраивает. Скажи, что он прям тебе на тихо. Игнатьевич, чего слово? Так, Николай, минуточку, подожди-ка. До свидания. До свидания. Игорь, ну зачем ты так? Ну вот это вот так, совсем. Ой, Игорь, если ему скажи, что здесь, чтобы застегивалось, у нас в усаве написано, и скажи. Какое нетерпение, видишь, что вот, идут защищаться. И что-то имеет против? Нет. Это до какого кипения доходит, что ты слово дают сказать, сразу вылетается, это, что это от Бога? Или какой-то другой дух прилагает усилия в вихре гневном. Вы помните, что впереди будет суд Божий. Вот батюшка рассказывал о вопиющей несправедливости. А Ян Златоуст говорит, несправедливость? А ты знаешь, что Бог справедливый? Да. А ее нету. Значит, отсюда вывод, что будет в другом месте справедливость. Доказательство, что будет суд Божий и несправедливость на земле. Это самое веское доказательство. Вот и все. Так. Это, Игорь, займись этой душой, которая сейчас выше не останавливается. То есть это абсолютно не от Бога. Я пригласил его на занятие остаться. Да никакое занятие, даже я хочу пару слов сказать, нету. Полное невосприятие. Почему? Потому что попытка была, чтобы у нас не снимали. А раз не получилось, я тебе не признаю и ухожу. Ну он и сказал, камера снимает, и все, и начал что-то вбровить. Давайте маленько смотрите своими только глазами, а если и другие, кроме нас. Вспомните историков, которые говорили, у русских всегда задача была одна, непорядки, дороги и начальство. С дорогами никогда у нас порядка в России не было, и с начальством. Салтыков-Щедрин об этом пишет. Вот попутно. Ну, с этим надо как-то сделать, чтобы это, попытайте, чтобы по-другому было. Это она, он не один такой, то есть и другие, которые не те. Может быть, почему? Попробуйте вы его просто, чтобы он нет. Хотя бы тут побыл. За все время ни одна душа не пришла, ни свидетельства нету. Бога ты не обманешь. Я напоминаю о том, что будет суд Божий на персике разврата. И есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону зла, и мысли делам знает наперед.
Лермонтов на смерть Пушкина. Это касается каждого. Даже самая маленькая какая-то несправедливость, и ты не разрешил на земле здесь, она будет тебя ступенью вниз. За гробом покаяния нет. А это какая амбиция, что? А я не могу объяснить даже. А ты же знаешь что-то? Еще и никогда и не было. У меня кроме благодарности этой семье ничего нету. Я посмотрю это все Надежда Ивановна делала. Посмотришь на батареи, пожалуйста. Это все его работа. А что? В одном месте решили. Я тогда принесли. Где не разрешается снимать? Вон он, смотрите, идет видеозапись. Это открыто. Ты пришел добровольно, здесь никого спрашивать не надо. Запрещается, кто не знает, я сразу скажу, запрещается законом снимать в 5 местах. Понимаете, зачем? Вы что, уходите? Шапку сними. Первое. Татарин. Ты что это? Закрытое заседание Верховной Думы Российской Федерации. Я пришел бы с нас, а не закрытое, можно снимать. Объявляют, сегодня у нас закрытое, то есть тайная финансовая. Второе, военные корабли. И с военных кораблей снимать. Два. Третье, два министерства, газификации и электрификации. Внутри, там, где у них управление, снимать нельзя. Ну это и понятно, это данные, это экономический уровень страны. Это не, и еще в одно место таможенное пространство. Вот она прилетает сюда, а теперь где? Ну, допустим, мы поехали сейчас в Турцию. Вот из России в Турцию, вот этот промежуток, где пропускают, это таможенное пространство. Снимать нельзя. Снимать нельзя. Но я видел интересный момент, и мне просто хотелось снять. Я с начальству подошел, говорю, почему нельзя снимать? Да нет, я ему книгу подарил. Ну ладно, снимай, так, чтобы тебе далеко не видно было. Я все снял, как... потому что хорошие вещи нужно смотреть. Не смотрели где-то? Вот он, взрыв этого моста, который идет. Вовремя не захватили. У нас маленькие делишки-то какие. Вот здесь привезли мед. Батюшка деньги не берет, я никакого отношения не имею. В прошлый раз так же, деньги уже собирать надо, хозяин-то звонит. Было 1000 рублей банка, 1200, сейчас 750. 750. Причина какая? Да нынче меду много было. Да кто ж так судит-то? Да. Это человек, житель Потеряевки. Его мама и моя мама работали на пасеке вместе. Мы хорошо друг друга знаем. А он потом стал директором соседней деревни. Ну а потом, видимо, на пенсию пошел, у него больше 100 ульев. И мы там берем. И вот он прислал опять. Деньги нужно дать сейчас, не выходя из этого места. Сколько осталось? Любовь Николаевна, где она? Осталось 5 банок по 700 рублей. А? 5 банок по 700 рублей. Еще и по 700. Все остальное так. Расписано уже. Кто берет? Там стоят. Если сейчас вот выйдете и нету, да, банки я уже не отдам. Я деньги вкладываю и забираю, и все. Вот когда по 1000 рублей было, я просто делюсь опытом. Опыт такой. Я к нему подхожу, а он продает там. Вам сколько? Он иногда мне что-то дает. Я его рекламирую везде. Я ему даю 5. Красненькая. А я решил бабушек своих здесь, старых сестер, угостить. Он откладывает, сейчас 2 дают, 3, 4, 5. Он остановился, еще деньги, тоже сами печатаете. И 35 тысяч я ему заплатил сразу. 35. Условие было одно, что это мои деньги. Ни рубля... никуда, если можно, пустые банки вернуть. И вы знаете, когда здесь, кто помнит, присылали, кого только можно написали, кто было, сюда, только в общину. 35. Это не мое. Это я знаю, что Господь делает и так и делает. Если вы сейчас не возьмете, я это перекупаю. Ради мира. У нас получилось один строить Потеряевки домик и не заладил с человеком, который... этой территории как бы обладал. Ну, конфликт идет. Я один вопрос оказал. Сколько ты вложил в него? Ну, 150 примерно. Так, расписку пиши. Ты отношения к нему не имеешь, деньги выплачены. Я вытаскаю 150. Все. А теперь кто приезжает, я не продаю, я отдаю. Он поселяется там с женой, с детьми. Это Бог делает, повторяю. Человеку это невозможно. Так, чтобы вот это вот, что лежит, вот это вот, вот. Эти книги. По сегодняшней стоимости мне обошлось это в 55 миллионов. При минимальной пенсии бомжа. Тогда было 6100, кажется, рублей.
И мы, когда проехали с Барнаула до Владивостока, а потом Скандинавия, север, Турция, Прибалтика и Скандинавия, нам 650 библиотек получили полный комплект. Это 35 миллионов обошлось. Миллионов! Только туда и обратно доехали, 440 тысяч за бензин ушло. Это Бог делает. Чем меньше ты к этому привязан, тем больше Бог тебе дает. Мне уезжать завтра, денег нет, и вдруг незнакомые люди начинают звонить с других концов. А кто ты? Я Булкин. А где живешь? Калининград, Кёнигсберг. А почему? А я узнал, что вам деньги нужны. Меньше шестизначно никто не посылал. Это дорога едем, подходят люди, я проповедую, стою около храма. Подходят и в карман толкают деньги. Почему? Я как-то Богу сказал, Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело. Я вообще в деньгах не разбираюсь. Хотя бы кубометры лежали золотых слитков и долларов, и евро. Все уходит почти сразу. Я не призываю Бога в свидетели, у меня свидетелей на земле хватает. Я прошу о меде разобраться, чтобы не было никаких недоразумений. Любовь Николаевна. Игнатий Тихонович, он предложил, надо меда еще, после, помните, да. Надо составить список. Составили список на 6 банок. Но сам вот этот хозяин меда сказал, привезет больше. Может быть, кто так. Такой? Потом он привез, сказал 10, а привез 15, с тем, что кто-то вдруг кому-то еще понадобится. Нет, это уже он деньги не спрашивает. Да не спрашивает он деньги. Я говорю, деньги спрашивает, ты же, откуда ты знаешь, что нет? Ну, а батюшка сказал... Ну, ты не видел, кто привез, и не знаешь пасечника, говоришь, нет, зачем такие... Батюшка сказал, сам рассчитает. Ну, ты не права, ты не знаешь ни тех, ни других. Ну, я слышал, сказали. Я беспокоюсь батюшки, я ни при чем. Любовь Николаевна, кто заказывал, не взял? Я всю сумму полностью сейчас отдала. Забрали почти все. Оплачено теперь. Сегодня не оплачены банки есть? Она нет, своими рассчитала. Я свое рассчитала. Все, батюшка приедет позже. Батюшка получил всю сумму. Всю сумму. Все, спасибо. Батюшка передаст она все. Она выкупила все на себя. Чтобы мы не оказались теми, которые берут хорошо. И не отдают. А Бог это нет, проклятие. Пока все, слава Богу. Не приведи Бог такому быть. Все поэтому только привезли, у меня вопрос. Кто, когда отдаст и через кого? За весь мед Любовь Николаевна отдала уже батюшке. Деньги батюшке. Все уже. Значит, отсюда это убрать куда-то, чтобы на глазах не было. Кто не подойдет, будет. Заплатили, сейчас я ничего не знаю. Сейчас еще забирают, потому что собрание закончится и заберем. Не все могут сегодня забрать. Так, видите, соседи роботы, сломали дом двухэтажный. Сегодня они всю ночь работали сегодня. Здесь, бульдозер. Ну, вчера я к ним пошел, а вот эти сараи, которые стояли, а они были с задней стенкой сюда, с, нашим, с нашей оградой. А теперь разломали у нас... Все наружу. Я стал говорить, говорю, а мы сделаем. Ну, сделают, не сделают. Теперь это они вывозить будут. Тут я завез, скинул. Они что, обещают сделать забор? Да. Ну, что значит обещают? Слово сказал. Я говорю, а кто хозяин? А который мужчина трое подошли вчера, говорит, я хозяин. Почему? Я не стал спрашивать. Нужно, чтобы проследить, кто сейчас придет. И как со мной разговаривали, и машина у них там самосвал. У них то есть кран поднимает, и чтобы доски привезли сюда. И теперь скорее сделать ограду с той стороны. Вот отсюда, ну 3 метра, допустим, ограда идет. Отмерена, это наша территория по плану. А сегодня все это разломали. И они вчера ямы какие накопали здесь. Видели кто? Да. Это рукой не достать эти кучи песка. Сегодня все за ночь разгладили. Я давно об этом говорил. Еще вас не было, я говорил об этом, что нужно делать забор. Значит, ну а как его делать, если стоит, еще эти как сараи подойти? Тебе кому? Чего? Чтобы кто-то сошел здесь и к ним подошел и сказал, вы говорили, что доски, вот которые куча лежат, согласен, чтобы завезли к нам сюда. Вы что, совсем не хмурились? Надо найти это прожилина, к чему прибивать. А они, может быть, это, которые были кирпичью, они продавали здесь, видать. Ну и сегодня мы должны позаботиться уже о себе. Если бы у нас были люди, мы бы заранее договорились, себе весь дом был бы здесь, у нас перенесли бы сюда. У нас никого нету. Я неделю сюда во двор не выходил. У меня Володя все делает. Вот смотрите. Каждый год у нас идет крещение. И батюшка, когда покрестили, батюшка говорит, вот каждый год крещу, и ни одного человека через меня не пришло. Батюшка говорит о себе. Такое священник, сознательно, принародно, это просто чудо. А откуда мне пришли, когда ты не знаешь, а уезжаешь, только у одного в бане побыл, гордился и все. Откуда? Вот оно где, интернет. Тим Бернерс-Ли.
Вот отсюда идет. Это каждый год, если взять 30 лет, по 10 уже 300 человек было бы здесь. Но у нас люди, которые обращаются с других регионов, из других стран. Ну, вот простое дело, вот они откуда, с какой дали Господь. Слух знает, беды никакой не скажу. Ливан, скажите, где это находится государство? Ну, да не знаю. А теперь, что сюда приехать, им сейчас нужно на Египет дорогу проложить. Вот, вот такой зигзаг делают. А сколько? Из Италии у нас приезжали, крещение с Артисон там, это, из Франции. Ну, не считаю, что Франция еще Виктор утащил. Да, это точно. Не совсем утащил. Да. Не совсем. Значит, Виктор меня наш... какой вопрос интересует. Вот сегодня так много нас, а всего 40 человек. Вы видели когда-нибудь собрание, в котором 10 тысяч? Это уже не собрание, это стадион. А Амфима Никомедийского в общине было 20 тысяч. Я знаю, сколько бывает на стадионах. Как это может 20 тысяч? И что интересно, вот сейчас некоторые сюда даже не заходят. Только когда выходят, и как катапульпа, выбрасывают их на улицу, за машины, и все. А сегодня притча была. Какая причина? Первая причина у него – землю достал. Я смотрел. Да и землю смотрят до покупки, не после. Солгал. Второй – быков испытать. Кого пытать-то, как ты взял? Ну, сегодня лошадиные силы, машину. В момент купли ты уже все посмотрел. А третий – а я женился. Ну, раз женился, вообще тебе не надо, дочка, ни к соклеку идти никуда. Ты бери ее под руку и дойти. Конечно. И что, хозяин, обрадовался? Званые не были достойны. Вот сегодня причина. Спросите, почему не пришли? Такие же самые причины. Эти те люди, которые не пришли, они дали потомство. Оно у нас здесь в общине. На занятиях нету. Ни одна душа не придет сюда. А придет, когда он нигде не говорит. Ничего нету. А у Анфима Никомедийского 20 тысяч. И главное, кто-то сказал им, завтра вас всех запрут там. Рядом поставят жертвенник, мясо кусками. Кто возьмет рукой мясо, положит на жертвенник, а он курица, свободен. Из 20 тысяч ни один не шевельнулся. 20 тысяч сожгли в один день. Даже сегодня, ну какая-то там кривая кобыла, где-то было, называется такое. И то, ну даже 20-30 человек сгорело, это много. Да. Но, однако, 20 тысяч... А 2000 были в другом месте. И 12. Я, кажется, 12 тысяч было. Ну, да, чем-то. У него 33 тысячи. Да. И эти потом тоже будут сожжены отдельно. Видать, это в другом месте были. Задача ставила, кто не крещеный, там, срок закончился. 20. Оглашение закончилось. И оказалось, внутри еще 6 епископов. Никто не слышал о них. Переодетые, в виде воинов, в виде нищих. Вот времена были. А сегодня, вот сейчас вы сказали этим людям, вы едете домой, 100% гарантии, дорога будет авария. Переломаны кости, вся машина, он другой по дороге только поедет. Им это не надо. И поэтому они с такой легкостью готовы сегодня перейти в Московскую патриархию, у которой авторитет нуль во всем мире. И туда лезут. Зачем? Они нас зовут туда? Нет. Они нас терпеть не могут. Вот эти книги, они сейчас, они, как Пушкин говорит, весь я не умру. А в этой лире. И сегодня люди обращаются не два, не три. Только на одном у меня канале 81 миллион. Вы людей таких сразу не видели. 81. Это половина государства. А если бы этого не было, записи не было, собрания не было. Вот делают, знают, что сейчас нельзя, что я снял. После Рождества я выставлю, что было. Так как, я, так? Я снимаю, как уже 15 оглашенных есть, уже да. 15 человек в оглашении. Еще вот, смотрите, 300 было бы здесь, а их нету. А почему? Потому что из других регионов, и они начинают там трудиться, эти люди. Там приходят другие уже. И вот Каскун, слышали такой, Максим? Он много вопросов отвечает. Ну и ему вопрос задают, вот такой-то есть, Лапкин Игнатий, вы что можете о нем сказать? Он говорит, а что я могу сказать? Я пришел, говорит, через отца Геннадия Фаста. А Геннадий Фаст, вот у Игнатия Тихоновича пришел, я ему внучатка. Ответ даже не задумывается, внучатка. Не только сыновей, дочерей, но и внучат Господь дает. Поэтому молитесь, вот об этом молитесь, чтобы за сками разобрался, Господь расположил сердце. И другое, чтобы эти люди не уходили. Потому что просто так, я сегодня уйду, а завтра опять приду и буду причащаться. Да ты что?
Потому что ты смерть приобретаешь. Даже вспомнишь, на тебя кто-то имеет, а не ты. И тогда примирись, положи жертву там, около жертвенника, молитву твою. Пойди примирись. А здесь ничего нету. Если ничего нету, догадываться не надо, какие разговоры идут о нас. Меня учить это не надо. Я каждый день с этими людьми знаюсь и каждый день фиксирую 10-15 человек в черный список. Аминь. Сколько угроз, сколько чего идет. Это выразить даже нельзя. 12 тысяч так в черный список пришлось занести. А помощь какая? От того, кто сам это испытал. Вот люди, которые на Афоне, знают про нас. Многим я говорил, что если платится, крещение действительно... А сегодня буквально по всему интернету это гуляет. Почему? Господь открывает. Никогда не спорьте. У меня есть изречение. Спорит тот, кто ничего не знает, а знающий возвещает истину. Это уже как в афоризм вошло. Почему люди молятся? Я, может быть, уже в этой неделе бы и не жил. А я все еще теплюсь здесь. Это Бог делает так. И сказать о том, что многие люди не обращают внимания на то, какие знаки и где стоят. Вот у нас написано, если ты приходишь, чтобы не было никаких изображений, кроме растительности. Приходит, а у него звездочка пятиконечная. Это еще и знак, пятиконечная звезда. Масоны. Это не христианский знак. А если крест четырех? Крест. Это главное знамение Сына Человеческого. Но если маленько концы надломить во всех концах, что получится? Фашизм. Вот и все. Получится то, о чем говорить страшно. И не случайно избрали те люди такой вот знак. А мы воздвигнем свой любовь. Знак любви – это крест. И везде он у нас, куда ни глянь. Вот оно, пожалуйста, распятие. Это Михаил Петрович, что все это, видимо, делал кресты эти. У нас таланты люди такие имеют. Да нет, и новых людей присылает Господь. Андрей Дробот. Да, это Андрей Дробот. А это ты делал? Не знаю. Мне делал это Михаил Петрович. Ну у нас там в храме там. Может быть, и так. Так, позаботьтесь. Где-то рядом совсем, может через неделю, уже наши пойдут деньги на издание Нового Завета, уже третье издание будет. Думали 1000 издать, потом остановились на 3, а сейчас похоже на 5. Помаленьку деньги собирались, будут отдавать. И надо помолиться. Потому что заново редакция прошла. Шрифт наш вроде бы не пошел, теперь что-то там меняется. Это я не верю в это. Ну, типография берет другим шрифтом. И там тоже где-то платить что-то надо. Какая будет стоимость, пока не знаем. Ну, за пределы, это по 5 у нас было, за 3 тома, это 3 томник. А дальше будет видно. Дальше не будет, меньше будет, может быть. Я вот сказал, ты себе черти не забыть. Типография директора, чтобы не было обмана. Предоплата придут сейчас вот. Друг друга-то не знают еще. И сразу бумажку напиши, сколько, 2,5 миллиона сразу. Это не 2,5 рубля. А я боюсь за это. Помогите. Я чувствую, как изнемогают руки все это нести. А люди, которые занимаются, не всегда имеют опыт. В Донском монастыре в прошлом году наняли людей. Нашлись люди доверенные, говорят, мы заплатим за каждый день вот столько-то. Москва. Люди работают, а денег нет. Он говорит, а ты, ну они обещали, настоятели нас, к епископу, не подвела деньги. А люди-то приехали, и мы, говорит, помаленьку подворовывали в магазин, ходили хлеба хотя бы взять. Это православие, это мы. И не стыдно ложились спать, ходили, причащались. Как внутренность они вывернулись от страха Божия. И теперь они пишут, ничего нету. Проработали, а работать с кирпичом, там, видимо, наждак надо, пыли было. Один заболел и умер сейчас. Молодые люди. Я это все знаю, мне пишут, что делать. Ничего не надо было делать. Не делай добра, говорит, зла не будет. Вот оно теперь как касается нас конкретно. Я вот рассказываю, а ты выйдешь и сейчас так, посмотри, что тут твое. Почему люди не остаются на занятиях? Это что мы говорим, скорби, что молиться. Их не касается это, притом люди хорошие. Но у них хорошее прийти сюда, отстоять, причаститься сегодня, причастники. И сегодня их все равно нету. Не было до причастников, и стали причастниками, их никого нету. А поэтому, когда на первом же повороте их выметают, и пойдут они страдать куда, сомнительно. Наша община, она
благовестница. Ни один человек за 2000 лет не может показать того, что у нас было сделано. А сегодня книги работают на полную мощь уже. Книги, которые видели у президента, патриарху подаренные. Только в Москве в трех библиотеках имени Ленина, парламентская и историческая. Ты вот услышал, скажи, я за это буду молиться, за это. Вот. Наши братья в разных местах находятся. Вот взяли их в армию, как на фронт. Еще новый человек такой есть, который пошел и на альтернативную подал. Это наши потеряевские. Один Никита. Значит, ему двоюродный брат, наверное, Андрей. Это Александр. И третий Игорь Глушкова, сын Максим. Ну, мы молимся, но мы не знаем, какой он. Никак нет. И в это время еще, я скажу, Иван Прусков. Интересный такой юноша, кажется, служил в морфлоте. Мы познакомились с ним, и он все это получил. И поехал, и сдал документы. Но пока не взяли, жди вызова. А вызов сделали ему. Он поехал. И куда его? Он говорит, я за полгода раньше подал, что я оружие брать не буду, в плен не поведу и стрелять не буду. Да нам и не надо. Ты стряпать умеешь, я все стряпаю. Повар. Прошел 2 месяца, кажется, даже не полных-то. И родители получили грамоту Никита. За хорошее воспитание сына. Про Никиту. Это Никита. 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 Это Никита. Да. Никита. Никита. Да. Вот так, такое дело. Теперь я прошу помолиться о двух человека, которые сидят в тюрьмах, которые верующие. Но случилось так, что так. Вы знаете, когда этот Южноуральский, где тут было? Романов. Игумен. Сергий, его Николай звать. Его как арестовали, даже неизвестно какой срок или что. Вы его все время в молитвах несите. И другой, к нашему обществу приставал человек. Фамилия его Мажар, звать Илья Иванович. И уже полгода он сидит. Арестовали вроде с женой. Жену отпустили, а он еще сидит. Я не знаю никакой... Ну, характеристика нужна адвокату. Я уже написал, и он очень добрый. Помогал не только себе, но и другим. И, то есть... Что там, где и как, никаких известий. Но ясное дело, что не вор. Это отпадает. Что-то где-то как-то, может быть, куплено было, ну, там, без документов. Что-то такое простое. И оказалось, что он в Белоруссии. А в Белоруссии у меня благодарность от Лукашенко Александра Григорьевича, президента. Я вчера уже сделал вопрос, стоит ли мне обратиться к нему, чтобы этого человека помиловали. А у меня документ этот на бланке президентском. Поблагодарить меня за книги, которые дал. Трехтомник, кажется, для слова Божия не тут скисан православие. Уже отослали, и теперь, видимо, адвокат получил. Может, не сразу. Значит, вот смотрите, о чем надо молиться. Молиться. Илья звать его. Илья. Чтобы Господь услышал молитву всех. Если Богу угодно, чтобы мою жизнь продлил. Я так навострился, что готов был на этой неделе уйти. Да. Я никому ничего не говорю, что и как. У меня один знает человек. Рано, это... рано раб Божий собрался, рано. Тут такой, я большой материал выставил. Большой, работал над ним долго. Называется волшебство. Как демон входит в людей, где они застревают, в каком органе. Подробности. И те, которые экзорцист называется, и знания бесов, и все взял только патриархийный где-то. Просто так сатана это не оставляет. А у меня подробно, когда, что, где было. Я считаю, что это тоже отзвук того. Так легко. У меня никогда этого не было. А тут такое было. Такое было, что даже, ну, будто бы я уже отжил совсем. Володя голубям лазил, даже вот до чего дошел. Ровно неделю на крысо не ступал. Я это принимаю как дар, великий дар Божий, что Господь меня тревожит и... Ну, худшего состояния, говорит, может и не будет, но хотя бы на этом застрять. Прошу молитву. А о чем просто? Как Господу угодно. Я не называю ничего. Да будет воля Господня. Да будет воля Господня. Так. Ну вот это я сказал. Откуда? Это от любви. Откуда это идет? Почему об этом заботитесь? Я многое не могу говорить. Хотя вот судили нас где-то, это легко мы могли выиграть. Все тысячи, 25 тысяч сняли, которые вернуть. У нас нашелся человек, юрист, который
по самой Москве, все подняли. У нас-то что? Насеял Господь нам, мы распахали-то. Государство вообще не относится к эти березки. И мы каждый год брали сколько, но нашелся человек, который не расположенный, и он туда написал. И, конечно, набрал, там сколько, какой толщины деревья-то. Ну, а там все это, приехали, все, пошли искать, где вот, которые у нас отпилили, а теперь надо найти где-то березу, сложить вместе, сходится или нет. Что они это доказали? Не знаю. Потому что старые пни мы все убрали, с чем бы они сравнивали-то. Но тут, батюшка, нам надо закончить. Туда-сюда ездили все лето. И судья меня неоднократно спрашивал, вы добровольно сейчас соглашаетесь, что вы виновны? Виновны? Вот есть такой фильм, Урбанский играет, там Евгений. Знаете, нет? Конечно. Коммунист. И вот один момент такой, когда он вернулся из плена, летчик. А, летчик. Упал, его там чистое взяли. Небо. Ну, его, естественно, под репрессии. Он говорит, да, виноват. Виноват, что был без сознания, упал. Виноват, что собаки грызли, не загрызли до смерти меня, когда он убегал оттуда. Виноват. А его познакомился, девушка на улице ждет. И он заходит, ее долго нет, мороз, она ходит, а так, март месяц. И наконец он выходит, ну как? Вот так он смотрит, руку разворачивает, а там звезда Героя Советского Союза. Даже сегодня, кажется, без слез смотреть нельзя. Вот будет и у нас так. Будет, когда ты Господь развернет вот так и покажет. Что ты судил, когда ничего не знаешь? Что ты мог судить, когда в этой области ты не работник? Ты не знаешь. Я прошу одно только, молитвы. Ты, Ваня, когда туда пошел-то, кто больше о тебе заботился? Как мы ходили туда? Стояли, не допустили нас. Я их батюшке. Ты меня тут подвел тогда было. Я не отступил, пока не было. Батюшка, выдай ему, а дальше будет видно. Вы не забывайте, у меня кроме старосты попечитель. Это вот попечитель. Я уйду, а это все останется. Итак, моя просьба. Помнить, о чем сказать. Молиться здесь. Илья сидит в тюрьме с Сергеем. Ну и которых наши взяли на фронт, как бы. Спаси Христос. Низкий поклон тебе, брат, что спаси ты меня Христос, на руках несешь. Спаси, Господи, за ваши молитвы святые. Я хочу добавить, когда ты говоришь, ничего случайного нет, я давно в этом убедился, поэтому не случайно сегодня был разговор, Игнатий Викторович напомнил батюшке про Мордовию. Я хочу, чтобы мы помолились об этом рабе Игоре, чтобы это было ему поводом для того, чтобы задумался о вечной жизни. Помолиться о нем, чтобы Господь ему, вот это, тем более сравнение с нашей ситуацией, его ситуация. Так что будем молиться и о нем тоже. Я предлагаю молиться о нем, чтобы Господь просветил его светом разума, Евангелия. Чтобы было поводом для того, чтобы он задумался, что не случайно все с ним произошло. А фермер Игорь, который тоже пострадал, так же, как вот у нас ситуация была. Так, сейчас занятия будут. Да. Принесут пообедать, которые гости, оставайтесь здесь. Наши сестры приготовили, так я говорю? Вот, Надежда Васильевна. Да, да. Завершаем? Да. Достойно есть такого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле.
милосердный Создатель. Ты сотворил этот мир и соблюдаешь его от повреждения, как зиждитель. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Услышь и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешны. Прими и исполни молитвы наши о всех заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших, коснись их сердец, отверзи им двери покаяния. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. А молитве попросите Господа, чтобы на следующее занятие я бы мог сегодня принести две молитвы. Одна для русских, другая для украинцев. Две молитвы. Мне надо печатать их. Сейчас на руках, я-то не здесь. Без всего слушать не будешь. А то отношения наплеменные. Да мы как раз первые это являемся теми. И на нас молиться надо крепко. Я имею в виду о русском народе.